В этой студии в компании компетентных специалистов мы говорим об экологических проблемах и возможных вариантах их решения. Говорим об экологическом образовании и о том, что касается каждого. Итак, мы начинаем. Что ж, я с удовольствием представлю гостей в студии. Сегодня это начальник отдела Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Евгений Морозов. Евгений Петрович, рад видеть. Взаимно, Александр, здравствуйте. И заместитель директора Гомельского государственного областного эколого-биологического центра детей и молодежи Анжелика Болотина. Анжелика Григорьевна, добрый день. Итак, уважаемые гости, мы начинаем. Сегодня поговорим об экологическом образовании и воспитании. Евгений Петрович, первый мой вопрос в ваш адрес. Какое внимание этой теме уделяется и у нас в регионе, да и в Беларуси в целом? Ну, как мы все знаем, что Гомельский областной комитет является контролирующим органом, и это основная его деятельность. Но вместе с тем, основной задачей, которая стоит перед комитетом, это повышение экологической грамотности населения, это экологическое воспитание и образование. Евгений Петрович, какие регионы Гомельской области в этом плане работают наиболее продуктивно? Ну, чтобы так прямо сказать и ответить на этот вопрос, все регионы в области одинаково работают в этом направлении. То есть, как вы все знаете, если не знаете, то я скажу, что у нас помимо областного комитета существует еще 21 районная инспекция. В каждой инспекции этому направлению уделяется особое внимание. Да, они работают все в тесной связке с отделами образования, с некими общественными организациями. Не так давно в Гомельской области открыт по-настоящему уникальный музей, музей воды. Расскажите об этой инициативе экологов. Помним, что на территории, наверное, всей нашей Республики Беларусь, в том числе на территории Гомельской области, находится очень большое количество музеев различной направленности. Это и исторические музеи, это и культурные, это этнографические. Но все-таки подумаем с вами, да, такой уникальный музей, наверное, таких мало в республике. Вот единственный, который сейчас приходит на ум, это музей камней, который расположен в городе Минске. И вот в преддверии 12-го республиканского экологического форума, который проходил в Мозыре в том году, по инициативе директора Козинского эколого-культурного центра, которая подала идею в комитет, говорит, а давайте-ка экологи вместе с вами удивим людей именно по вашему направлению. И откроем такой интересный музей, музей воды. Мы все с вами еще с детства помним эти старинные плакаты, которые висели везде, берегите воду. Да, и вот вода, как бы это все, это наша жизнь. Мы все знаем, что человек состоит на 90% из воды. И идея этого, создания этого музея была еще раз обратить внимание людей на этот природный ресурс, как вода, на ее ценность, значимость, необходимость ее рационального использования. Знаю, гомельские экологи, инициаторы выпуска целой серии литературы на экологическую тематику. Расскажите о новинках. Ну, спасибо, Александр, за комплимент. Конечно, да, этой теме уделяется тоже очень много внимания. Вот, опять по возможности, же, по понятным причинам, вот хочу потому показать, что книга издания не дешевый процесс. Так точно, да. Хочу показать вам книгу, которая была тоже выпущена в преддверии форума. Вот, она называется «Гомельщина». Здесь собраны работы авторов. Именно гомельских, гомельского региона. Отображены все такие эксклюзивные уголки нашей местности, животные, другими природа. Другими словами, виртуальная экскурсия по Гомельскому краю. Так точно. И вот иногда мы за своими заботами забываем именно посмотреть на красоту, ту, которая нас окружает. И поэтому в этой книге вот собрано вот самое все интересное, на что можем обратить внимание. Нужны ли молодежи экологические знания и для чего? Именно с таким вопросом на днях на улице областного центра вышли наши корреспонденты. Что из этого получилось, узнаем прямо сейчас. Внимание на экран. Как вы думаете, нужны ли молодежи экологические знания и для чего? Ну, даже не знаю. Ну, конечно, нужно, чтобы защищать, знать природу, не загрязнять. Потому что, когда приезжаешь на, например, на речку отдыхать, и видишь, как грязно, что даже элементарно, я считаю, что убрать может за собой каждый. Нужны ли молодежи экологические знания и для чего? Ну, я не знаю, думаю, нужны. А для чего? Для общего развития хотя бы. Конечно, нужны, потому что молодежь – наше будущее. Нужны ли нашей молодежи экологические знания и для чего? Ой, конечно, нужны, это без комментариев. А зачем? Вы знаете, век МО, туда-сюда, всяких заменителей.
Молодежь должна знать, что такое естество и как правильно жить. Вопрос не совсем уместный в нашем урбанизированном обществе, а тем более в этом месте, где вряд ли тусуется молодежь, которой эти знания необходимы. Конечно, нужны, а как же? Ведь это же жизнь, которая должна продолжаться все время. А кто будет этим делом заниматься? Кто будет следить за чистотой? Кто будет спасать вот эти вот все деревья, которые сейчас мода такая, что значит вырезать, вырубить все и построить там себе коттедж. Сам много посещаю природу, занимался туризмом. И поэтому знаю, какие бывают нюансы, что много мусорят. Поэтому если люди, а особенно молодежь, будет знать, как себя вести на природе, с природой, в лесах, возле воды, тогда будет намного чище наша страна. Что ж, мы продолжаем, возвращаемся к разговору. Анжелика Григорьевна, уважаемая гостья, ваши короткие комментарии по только что увиденному материалу. По-моему, достаточно компетентные ответы. Да, я хочу сказать, они достаточно компетентные, очень разные. Действительно, в связи с разным возрастом людей, которые отвечали на этот вопрос. Ну, мне, конечно, хочется сказать, как человек, который немножко увлекался социологией, немножко менталитетом белорусов, было мне интересно. Я хочу сказать, мы, в общем, все ответы показывают, насколько мудр белорусский народ. Люди, не задумываясь, сразу отвечают «нужно». Они не могут мгновенно даже объяснить, зачем. Но у каждого настолько глубоко в подсознании, что это нужно, что... Это и говорят, все... как минимум для нового поколения. Для того, чтобы жить, для того, чтобы жить на этой земле. Ну вот, исходя из вопросов, которые задавали на улицах города, да, вот сразу на мысль пришли слова выдающегося американского эколога и химика по образованию Ли Телбота, который сказал, что мы взяли землю, получили наследство не от родителей, а взяли взаймы от своих детей. И вот на протяжении всего разговора прослеживается эта идея, да, что люди должны задумываться о том, зачем беречь природу, вот, и какую, в каком состоянии ее оставить своим потомкам. Вторая мысль, которая у меня возникла, глядя на сюжет, для того, наверное, мы и нужны, чтобы помочь вам разобраться, как это сделать, и объяснить, для чего, и помочь вам. Поэтому, вот, я думаю, как раз тема нашей беседы очень важна. Что ж, ну а сейчас я хотел бы остановиться более подробно на Реческом эколого-культурном центре. Наверное, со мной согласитесь, одной из главных изюминок этого учреждения является собственная мультистудия. Да, как я уже говорил, мы работаем с различной возрастной категорией, да, и идея, как же заинтересовать деток, привить им любовь к природе, к окружающей среде. И вот также в преддверии того же форума, который проходил в том году в городе Мозыре, да, по инициативе Реческого эколога культурного центра, также при поддержке Гомельского областного комитета, был на базе центра реализована и открыта детская мультстудия, вот, в которой мы даже вот мы с ней в этом году плодотворно взаимодействуем, да, и детки своими руками в этой студии производят мультфильмы. Вот у них очень хорошо получается, и они как бы отображают всю суть нашей работы, к чему мы призываем и на что наталкиваем. Я знаю, что даже экологи юным мультипликаторам небольшие гонорары выплачивают. Ну, так точно, да. Нужно стимулировать творчество. Это да, тоже правильно. Им же тоже нужно как-то вот, развиваться и покупать материал, как мы видим, что это все делать своими руками, из пластилиновых фигурок. Вот, да, и в этом году были заключены договора с центром на создание цикла мультипликационных фильмов, которые скоро выйдут на экранах вот, телевидения нашего. И все их могут улицезреть. Что ж, ну, а мы продолжаем. На мой взгляд, центральным звеном в деле экологического воспитания сегодня в городе Гомеле является областной эколого-биологический центр детей и молодежи. Впереди новый учебный год 2015-2016. Расскажите, каких новых проектов и идей ждать и ребятам, и их родителям? Ну, в первую очередь мне все-таки хотелось отметить, что основой работы нашего центра являются
кружки и объединения, именно связанные с работой с настоящими растениями, животными. Поэтому мне хотелось бы, чтобы про это все-таки не забывали, тем более, что ежегодно около 50%, бывает иногда даже больше, ребят именно приходят к нам, ребята, чтобы работать с настоящими животными и настоящими растениями. Но как бы мы понимаем прекрасно, что заинтересовать и, наверное, привить вот это любовь к природе и вот это экологическое воспитание нужно отдать еще и другим ребятам, которые, может быть, хотят вот, ну, в своем возрасте, им как бы хочется полепить, хочется порисовать. Мы хотим заинтересовать больше круг ребят и начать с того, что как можно раньше, чтобы они приобщались к миру экологии. Поэтому у нас есть школа раннего развития, где детки к нам приходят с двухлетнего возраста. И они, значит, это экознайка, причем на английском языке, вы не поверите. Александр, я пришла, когда работать в эколого-биологический центр, я смогла раскрыть некоторые свои способности. Я всегда хотела заниматься лепкой. И как раз вот представился случай, вот уже 2 года у нас был в рамках объединения «Красота своими руками». Мы лепили с детьми как бы вот такие всякие поделочки. А вот. Это из чего, расскажите? Значит, это суть в том, что так как мы эколого-биологический центр, то коммерческие проекты мы не брали. Здесь суть в том, что материал, из которого мы это изготавливали, он сделан своими руками. Он достаточно, ну, дешев. Действительно дешев, никто из родителей не пострадал. Но это не тесто? Это не тесто, это называется холодный фарфор. Он сделан на основе кукурузного крахмала и клея ПВА, собственно говоря. Вот, 2 года мы опробовали. Вначале мы делали цветы, потом нам стало интересно куклы. И куклы, суть их в том, что они сделаны из вторичного сырья, можно сказать. Эти куклы? Да. Вот Я думаю, что многие наши зрители вряд ли поверят, да, что вот эти, ну, практически, да, живые человечки, это, ну, здесь, там, не фабричное производство. В их использовании практически вот ручки, ножки, там, головы мы делаем либо из холодного фарфора, либо мы покупаем очень небольшое количество полимерной глины. Но что касается каркаса, наполнения кукол, у нас же эти куклы есть очень большие, они есть до 1,5 метров. И поэтому, если бы их делать из материалов покупных, они были бы страшно дорогие. Мы используем пакеты, куски провода. Вот. И в этом году это вот пробный вариант, он даже сырой, если можно там увидеть, еще клей не высох. Я только попыталась опробовать. Это тоже из холодного фарфора, который сделан своими руками. Но здесь уже будет более серьезная работа, называется она флористическая лепка. Вы знаете, выглядит, как будто это живые цветы. Просто сложно поверить, что это вот... фарфор, я, либо... Я надеюсь, что у меня... что-то. Я немножечко как бы сама еще опробую, научу детей. Оно будет действительно неотличимо от живой композиции, которая сможет украсить дома и порадовать родителей. Ну, я хочу сказать, родители очень довольны. Следующее направление было достаточно развито в Советском Союзе. Говорю сейчас о школе кинологов. Как возрождаете это движение в нашем областном центре? 2 года назад к нам обратился очень интересный молодой человек, Мылев Алексей Викторович. Вот. Ну, тогда мы как бы не знали, что это вообще человек очень профессиональный и с такой вот болью прямо, что действительно надо возрождать вот это направление. И дети совершенно, говорят, я посмотрел информацию, нигде не нашел вообще, чтобы где-то на базе какого-то учреждения доп. Образования были такие объединения. Мы с удовольствием подхватили эту идею. И уже 2 года как? И уже 2 года, да. 2 года у нас есть такое объединение по интересам, как юный кинолог. Что ж, ну а далее в эфире наша традиционная рубрика «Три вопроса экологу». В очередной раз слово нашим зрителям. Внимание на экран. Итак, вопрос номер 1. Все чаще в городе можно видеть дома в стиле граффити, разрисованные на экологическую тематику. Это чья-то инициатива или работа экологов? Что ж, спасибо за вопрос, Евгений Петрович. Действительно, многим встречались в областном центре и такие здания, и постройки. Расскажите об этом. Значит, в этой работе часто облкомитет использует средства, ну, наглядную агитацию. Вот наши листовки, плакаты, буклеты. После мы подключили светодиодные мониторы, которые расположены на территории города Гомеля, на которых часто жители Гомеля могут видеть рекламу на экологическую тематику. И тут идея, как же заинтересовать молодежь. Нашу молодежь удивить чем-то очень сложно. И поэтому как-то один раз в интернете я увидел, что есть возможность покреативить немножко.
На здание. Вот, на здание, к примеру, да. 9-этажных. Так точно, вот. Значит, и где-то года 4 назад нами был реализован первый проект. Это был разрисован фасад здания по проспекту Октября в стиле граффити, именно на экологическую тематику. Вот после этого, в преддверии экологического форума, который проходил в городе Мозыре, на высотке, на здании общежития Мозырского педагогического университета был реализован еще один проект. Жители Мозыря его видят, наверное, замечают каждый день, потому что его трудно не заметить, приезжая через мост. Вот. И в этом году также по улице Хатаевича на подстанции. Вот, мы разрисованы здание на экологическую тематику, да. И молодежь интересуется, даже в одноклассниках сейчас вижу, уже есть обсуждение темы, что классно, экологи двигают экологическую политику в регионе. Очень приятно. Да, это спасибо здесь. Большое за ответ, а у нас на очереди вопрос номер два. Я живу рядом с эколого-биологическим центром, мои окна выходят туда, напротив. Я вижу, какая красота там у них находится. Ну и вопрос такой, хотелось бы узнать, можно ли что-то купить у них из того, что у них посажено? Спасибо за вопрос. Я думаю, что вам приятно слышать именно эти слова. Пожалуйста. Я хотела сказать, что мне очень приятно, что за нашей работой следят и даже наблюдают с многоэтажек. И хочу сказать, что мы имеем лицензию на это, мы продаем все, что мы выращиваем. И пусть к нам приходят, вы еще не все можете увидеть и закон, поскольку у нас есть еще и теплица огромная. Где декоративные растения. Да, где декоративная, комнатная, да, и рассада там какая-то. Поэтому все, что вы видите, все, что вам нравится, очень по хорошим, недорогим ценам. Нам вы можете у нас приобрести, и мы с удовольствием для вас это сделаем. Спасибо за ответ. И вопрос номер три от наших зрителей. Меня интересует, кто такие общественные экологи и какие права дает удостоверение общественного эколога. Спасибо за вопрос, Евгений Петрович. Наверное, ваш адрес. Вопрос, да, очень интересный. Значит, хочу начать с того, что постановление Совмина в 2013 году было утверждено положение об организации сети общественных экологов, в котором говорится, что экологом общественным может стать любой гражданин Республики Беларусь, достигший 18 лет, обладая хотя бы минимальными знаниями в экологии, вот, природоохранном законодательстве. Вот, он может обратиться в облкомитет, либо райинспекцию, и после этого, когда она выдаст ходатайство, на руки человеку выдаются удостоверения. Значит, что же дает, какие преимущества нам дает удостоверение? Ну да, и какую деятельность вообще этот общественный эколог может осуществлять? Значит, кто такие общественные экологи? Это те люди, которые на добровольных началах готовы оказывать содействие природоохранным органам в деле охраны окружающей среды. То есть это рейды какие-то? Да, дает возможность нам, им совместно с нами выезжать в некие природоохранные рейды, вот, информировать в любое время дня и ночи комитет, инспекции о совершаемых нарушениях природоохранного законодательства. Ну, конечно, за плодотворную работу общественный эколог даже может быть поощрен денежной премией. Вот это по итогам конкурса, который проводится Министерством природных ресурсов. Что ж, спасибо за ответы. Ну а мы двигаемся дальше. Евгений Петрович, расскажите о сотрудничестве со СМИ. С кем сложились наиболее тесные связи, благодаря которым в том числе удается еще более плодотворно в нашем регионе решать все необходимые вопросы экологической политики? Ну, на протяжении ряда лет в этом направлении мы работаем, тесно взаимодействуем, и вот мы находимся сегодня в студии, да, Гомельского областного телевидения. Это один из показательных так примеров. Так точно, вот мы сегодня участвуем. Не единственный. Так точно, очень тесное сотрудничество сложилось, да. Вот работаем, выпускаем, снимаем фильмы, циклы передач о природе Гомельщины, о красоте, о природоохранной политике, проводимой на территории области. Ну и, конечно, печатные средства массовой информации. Так точно, это газеты, это газета областная «Гомельская правда». Мы там выпускаем, у нас есть постоянная рубрика, печатаем статьи, печатаем заметки. Есть очень интересный проект сотрудничества. Ему уже скоро будет 4 года. У нас есть такое объединение по интересам, как экологический туризм.
либо там вот экошкола идет в экспедицию, вот как бы такое, вот это направление. И в рамках этого, этой деятельности уже почти 4 года снимаются фильмы. Фильмы такого плана, как ребята идут в экспедицию в самые потаенные уголки нашей Родины и рассказывают, что они видят, свои знания показывают. И уже более года они являются ведущими этих передач. Это цикл телепередач об уголках нашей Родины. Более 10 заказников уже посетили наши ребята. Как бы какие-то передачи уже были отсняты, показаны, о них много говорили. Сейчас начался, я знаю, новый сезон. Да. Расскажите, куда планируете поехать? Ну, мне кажется, что пусть это будет немножко секретом. Ну, Выдрица, я знаю, что еще вот они уже побыли там, но еще телепередачи не были показаны. Но есть еще и другие места потаенные. Я хочу сказать, что удивительные там животные, насекомые, которых они встретили. Ребята сами об этом расскажут и расскажут, насколько там они редкие были. Я думаю, что эта работа интересна и знаю реакцию ребят. Что ж, уважаемые гости, спасибо за позитивный, интересный разговор и полезную информацию. Время подводить короткие итоги. У каждого из вас есть буквально по одной минуте для того, чтобы подвести черту под сегодняшним разговором. Евгений Петрович. Во-первых, хочу сказать спасибо, Александр, да, что провели совместно с нами такой проект, поучаствовали еще в очередной раз в системе экологического образования и просвещения. Спасибо вам за участие. Вот. Значит, исходя из того, какие вопросы задавали, чем интересуются жители нашего города, уже можно сказать о том, что да, наша работа не напрасна, мы двигаемся в правильном направлении, и в конечном итоге в сознание людей вложится то, что действительно мы должны беречь то, что нас окружает, замечать красоту того, что нас окружает, и передать эту красоту нашим потомкам. Анжелика Григорьевна. Дорогие друзья, мне хочется сказать, что очень важно беречь себя и своих близких. И самое, наверное, большое, что вы можете дать для своих близких, это сохранить вот этот мир. А самое важное, что вы должны сделать, это научить своих детей, внуков это делать. Мы вам поможем и будем очень рады научить, как это делать правильно. Что ж, спасибо за интересную информацию. На этом ставим точку. До встречи в эфире.